Барыня, как же это? Здравствуйте, милые. Вот решила навестить вас. Как вы здесь? Миссис Браун спрашивает, как вы себя чувствуете. С Божьей помощью. Не обижают. У нее все хорошо. Господин Ардашев – адвокат. Он любезно согласился помочь. Он сейчас занимается вашим делом. Скоро вас выпустят. Миссис Браун говорит, что я занимаюсь вашим делом. Я адвокат, и скоро вас отпустят. Премного благодарна. Видит Бог, я ни в чем не виновата. Видать, судьба моя такая, страдать без вины. Говорит, что она невиновна. Вы имеете в виду то убийство в Пензе? И вам про то уже известно. Да, был такой случай. Тогда тоже хотели меня наказать безвинно. Да присяжные не поверили в мою виновность. Извините, я задам Дарье несколько вопросов по делу. Хорошо? Спасибо. Мне сообщили в полиции, что в Пензе ваш хозяин был убит ножом в собственном доме. И вас подозревали, потому что он домогался вас и преследовал. Все так, сударь. Только не убивала я его. И вы уехали из Пензы, чтобы забыть об этой истории? Да уж, конечно. Меня хоть и оправдали, но ославили на весь город. Жить там было не вмоготу. Да, не повезло вам. Снова убийство и снова холодным оружием. Не касалась я его. Я только вошла и увидела. И под нос уронили. Так точно. Юбкой задела. А вы знали убитого? Никогда не видала. Я уже говорила полицейским. А когда шли по коридору, никого не заметили? Нет, никого там не было. Пусто было в коридоре. Я уже 100 раз повторяла полицейским. Вы что, меня тоже допрашивать пришли? Это для вашего же блага. Я не полицейский. Я знаю, что вы не убивали. Бедная. Какая ужасная судьба. Прежний хозяин подвергал ее насилию. Как это возможно? А теперь ее держат в тюрьме только потому, что один раз ее уже обвиняли. Для полиции в этом есть резон. А как вы разговаривали с Дашей дома? Для простых вещей достаточно жестов. А для более сложных у нас есть лакей, который немного говорит по-английски. Да, она и сама знала свои обязанности. Джордж настаивает, чтобы мы уехали, но я не могу. Пока Дарья в тюрьме. Почему? Мне кажется, если я уеду, она уже не выйдет на свободу. И я всю жизнь буду думать об этом. Вы удивительная женщина, миссис Браун. Благодарю вас. Сегодня пойдем? Куда хочешь. Но вечером опять у Каверины. Опять играть? Ты уже вчера вон проиграл этому толстому таракану целых 100 рублей. А зачем, спрашивается? Значит, так надо. Я же не юлальщик какой, чтобы по мелочи выигрывать. А кто такой юлальщик? Мелкий шулер, играющий по базарам и трактирам. А судья еще не созрел для больших ставок. Пусть пока порадуется. Ну, не знаю. Я бы никогда в жизни не отдала бы такие деньги. Опять Каверины. Каждый вечер у Каверины. Мне кажется, ты там уже провел полжизни. Сколько лет ты уже играешь там? Знаешь, ты иди. А что, мы не пойдем сегодня никуда? Ты права, один вечер можно пропустить. Ну, мы можем пойти в какое-то другое место. Нет, не сегодня. Ну, ладно. Я пойду. В институте Сандера все по-прежнему. Упражнения на аппаратах, прогулки к бывету на водопой. И в той же самой массажной комнате, на той же кушетке, разминают уже четверть леса. Как будто бы там не зарезали человека.
что наша жизнь? Игра, игра. Послушайте, Клим Петерович, а почему мы с вами не играем? Все вокруг решительно мечут банк, а мы с вами как две монашки из Монте-Карло. Действительно, поехали на дачу к Кавериной. Это что же, в самое сердце игры? Там собираются все игроки, приезжающие на воды. Я готов. Господа, а можно мне с вами? Извините, я подслушала. Возьмите меня на дачу к Кавериной. Я тоже хочу в игру. Ну, а как же ваш супруг? У него мигрень. Так как же, могу я ехать с вами? Такой чудесный день. Я почту за счастье. Едемте. Предупрежу мужа. Какой чудесный день. Когда у мужа мигрень. Да. Здесь, в окрестности, поистине волшебные места. Вылазки на природу доставят вам истинное наслаждение и разнообразит ваш досуг. Это было бы прекрасно. Стой. А что же здесь за места? Скала коварства и любви. Вот. Прошу. А почему она получила такое название? О, это благодаря старой легенде. Расскажите. Молодой пастух влюбился в юную красавицу, дочь горского князя. Но ее отец был против неравного брака и решил выдать замуж за богатого соседа. И влюбленные поклялись, что лучше погибнут вместе, чем разлучиться. И вот когда вострубили трубы и на двор въехали сваты жениха, влюбленные уже поднялись на вершину скалы и уже готовы были сброситься в пропасть. Это прекрасно. И, как полагается, первый бросился в пропасть юноша Аликонов. Он упал на острые камни и разбился. Увидев своего жениха мертвым, девушка испугалась и не стала прыгать. Впоследствии она вышла замуж за нелюбимого старика. Неожиданный финал. Почему неожиданный? Вполне предсказуемый. Женщины рассудительнее и прагматичнее мужчин. Это врачебная практика привела вас к такому заключению? Опыт сердца, дорогая Адела Александровна, и наблюдение за окружающей жизнью. Клим Бондилевич, а вы тоже так считаете? Да. Что же это я в обществе жены ненавистников? И не скажу ни слова до самой дачи. Ну что вы, Аделаида Александровна, как можно? Ой, овечки! Смотрите, какие красивые. Мы можем мимо овечек проехать? Ну, пошла! Я пас. Давай, вы. Официант! Будете играть? Я оставляю вас на попечение, доктор. Повторите. Сию минуту. Коньяк. Я пас. Еще. Господин капитан, играйте. Клим Петерович. Ну что ж, я не офицер. Но не здесь и не сегодня. Телефонировал вам доктор Селиванский? Достаточно. Да. С ним общался следователь Боголепов. И, конечно, доктору досталось. Скрываемся. Боголепов высказал все, что он думает о предсказаниях, предсказателях и о самом докторе Селиванском. Но вы все-таки здесь. Да. Здесь собираются все гастролеры. Я, конечно, в предсказания не верю, но и в совпадение тоже. Кого-нибудь знаете из этих людей? Ну как же. Расскажите мне. Вот этот господин Егор Тимофеевич Сандалов представился служащим коммерческого Волжского банка. Там в очках она не промолвит Заславский, редактор биржевых новостей. Рядом с ним супружеская пара Лейцингер. И напротив них
граф Орловский. Но остальных вы знаете. Добрый. Благодарю вас. Рад, что вы здесь. Да, хорошего вечера. Чего изволите? Уважаю. Сию минуту. Скрываемся. Дорогой, хорошо. Пожалуй, на сегодня достаточно. Ну, пожалуй, сегодня ты права. Удваивай. Интересно. Хорошо. Еще карту. И еще. Достаточно. Добрый день, господин Крушин. Добрый день. Мы встречались? Нет, Каверина Ольга Андреевна. Госпожа Каверина, рад знакомству с хозяйкой заведения. Можно вас на пару слов? Я могу на правах хозяйки поинтересоваться. Вы ведь здесь не случайно? Увы. Полиция предполагает, что, вероятно, новое убийство игрока. Вы думаете, это произойдет здесь? Вполне возможно. Но делается все возможное, чтобы предотвратить преступление. Я очень на это надеюсь. Я имела уже приватный разговор с господином полицмейстером. Он обещал мне охрану и защиту. Пожалуйста, мне хватит. Еще раз. Господа. Еще кто? Моя табакерка. Господа, моя табакерка. Ой, вот же она. Благодарю вас. Братец, налей-ка мне коньячку. Я пас. Как он закашлялся. Почему грудь обнажена? Вероятно, почувствовал жжение в груди и расстегнулся. Вряд ли. Рубашка и жилет распахнуты. Искали медальон или нательный крест? Болят червей. Как на рисунке. Опять карта знак. Это какая-то чушь. Однако от случая воспредсказание сбылось. Значит, надо немедленно арестовать доктора Стрибанского. На каком основании? А он знал о готовящемся убийстве. И сообщил об этом нам, не так ли? Да. Надо хорошенько во всем разобраться. Разумеется. Навряд ли доктор стал бы кого-либо предупреждать, если бы сам замыслил преступление. Вот что. Надо как следует допросить этого сумасшедшего. Что? Что случилось? Что такое? Господа, сюда нельзя.
Сюда нельзя. Проходите. Проходите, проходите. Бедный граф. Ему так везло. Господа, сюда нельзя. Граф? Тело можно забирать. Факт отравления смогу подтвердить только в лаборатории. Забирайте тело. Снова убит Шулер. И снова карта. Пока нет доказательства, что первой жертвой был Шулер. Уже есть. Вчера пришла депеша. Одним словом, не какой-то не Изюмов, а некто Збигнев Полонский, карточный Шулер, неоднократно судимый за совершение мошенничества. Полагаю, ясно, что горничная американцев невиновна. Пожалуй. Господа, я согласен с тем, что мы не можем ее обвинять за это убийство, которое произошло, пока она сидит у нас. Но согласитесь, она могла действовать не одна. А в массажном кабинете мы практически взяли ее возле тела, с поличным. И еще. Год назад она уже обвинялась в совершении убийства. Что ж, я согласен с вами, но формально следователь прав. Наличие карт еще не оправдывает горничную. Доктор, отвезите Аделаиду в гостиницу. Улыбнемся. Нечестно играешь. Это докажи. Как думаешь, если я расскажу им про твои фокусы, что они с тобой сделают? Слышь. Ты здесь главный. Не понимаю, о чем вы говорите. Все, ты понял. То вожалый. Тише, тише, тише. Хорошо. У нас закрыто. Могу я увидеть дядю Прошу? Кого, простите? Дядю Прошу, доложите. Я спрошу, есть ли у нас такое, сию минуту. Прокофий Нилыч вас примет. Прошу за мной.
Прошу вас. О, неужели? Сам господин Ардашев. А? Вот и ладно, что пришли. Присаживайтесь, Клим Пантелеевич. Присаживайтесь. В ногах правды нет. В них одна усталость накапливается. Смею предположить, что вы обо мне слыхали. Фамилия моя Матушкин, а величают Прокопий Нилычем, так что будем знакомы. Что пить предпочитаете? Ничего. Ага, ну как знаете, как знаете. Про маньяка читали? Сегодня нет еще. Знаю, зачем пожаловали. Мы с вами занимаемся одним и тем же. Ищем душегубца, убивающего почтенных граждан. Почтенных? Вот напрасно вы иронизируете, напрасно. Любой цирк Европы почел бы за честь иметь в труппе вот таких вот карточных чародеев. Ну, с этим спорить не буду. Значит, не ваши люди этих почтенных граждан убивают? Да упаси Господи. Эти почтенные граждане, честь по чести, и спросили у меня разрешения погостить. За что ж их? Так кто же это по-вашему? Не поделитесь? Прошу. Нет, благодарю. А с чего бы это мне с вами делиться? Чтобы по закону все решить. Да и вам лишний грех на душу не брать. О душе моей грешной заботитесь. Чувствительно вам благодарен. Ну нет, мы уж как-нибудь сами. А вдруг не справитесь? Кто, по-вашему, будет следующей жертвой? Кому червоный туз достанется? На меня намекаете. А что, может, правда в полицию пойти и сказать, ох, спасите меня грешного. Да, ситуевина. А вы сами-то на кого думаете? Ну да, я вам скажу, а его в канаве найдут. Вы меня за кого принимаете? За честного и порядочного человека, коим вас считают мои коллеги из Ставрополя. Вам лучше уехать ненадолго. А к субботе я найду злодея. Вы, Клим Пантелеич, обо мне не беспокойтесь. Я злодей этому. Не беспокойтесь более. Дело ваше. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Да. Да еще прочитал в Кавказском крае, что убитые в Сандраевском институте посетитель на самом деле оказался карточным жуликом-гастролером. Добрый вечер. Могу ли присоединиться? Такая тоска сидеть в номере. А чего же? Просим. Разрешите представиться, князь Вернигорин. Ардашев Клим Пантелеич. Нижегородцев Николай Петрович. Позвольте представить, супруги Варяжские. Да, Инна Александровна. Ось-ось. Сдавайте. Сдавайте, князь. Кажется, мы все имели несчастье видеть драму графа Орловского. Да говорят, он вовсе и не граф. Ведь это вы разоблачили жулика, да? Там все было очевидно. На, пас. Вы разоблачили? Если вы про эти два убийства, то
Тут все очевидно. Жулики режут друг дружку. Да, все может быть. Да, все-таки позвольте заметить, милостивые государыни и государи, 8 рубликов за сутки в номере этой гостиницы цена очень завышенная, да. Это почти что... Добавляю. 21 французский франк или 17 немецких марок. Еще? Там где-нибудь в Ницце или Шандао. Еще. Комната, простите за выражение, с ватер-клозетом платит такие деньги. За границей все гораздо дешевле и лучше. В Париже мостовые по утрам моют с мыльной пеной. И извозчики не матерятся и не пахнет от них перегаром. Они не пьют, потому что у них тепло, а у нас без этого околей. Благодарю, господа. Было очень приятно. Пойду пройдусь перед сном. Этот князь, на самом деле он князь. Доброй ночи. Доброй ночи. Ой, ну что ж, ну и нам пора, дорогая. Ты иди, я еще пасьянс не закончила. Я еще посижу. Хотите, я вам погадаю? Если дело срочное, мог бы и в ресторан зайти. Чего ж в дом-то вламываться? Ты мне не тычь. Прощения просим, ваше благородие. Скажи спасибо, что я тебя не сразу заметил, а то б и ружьишко со стены снял. Слушай сюда, тварь болотная. Еще раз упырей своих пришлешь, отправишься вслед за ними. Уразумел? Уж больно вы обидчивый, молодой человек. Так браниться сиятельным господам не к лицу. Да и ночи мы с тобой под одним солнышком не сушили. Запомни, второго разговора у меня с тобой не будет. А позвольте полюбопытствовать, сударь. Неизвестно ли вам случайно, куда мои ребятки-то запропастились? Молись, дед. За душонки и грешные. Ну, до приятного свиданица. А с чего это вас синий кирасир кличет? Чудно. Сашка, лещ мне нужен! Найди мне леща! Вы улыбаетесь. Карты правду говорят. Карты молчат, говорят гадалки. Вам скучно? Очень. Так же, как и вам. Поэтому вы занимаетесь этим. Чем? Ну, тем, о чем рассказывал доктор, будто вы этим занимаетесь. Выпадает казенный дом. Это тюрьма. Это не страшно, я там часто бываю. По долгу службы. Завтра в дворянском собрании
Городского голова дает прием в честь Шаляпина. Говорят, сам Шаляпин будет петь. У меня есть два пригласительных на завтра. Составите мне компанию, Осип Иосифович не пойдет. Благодарю, но у меня иные планы. Какие планы? На водах. Любите сладкое? Позволите? Нет. Ну, чё ты целишься в меня своими зенками, как будто дулом водишь? Да я, Порфирий Ильич, не со зла. Взгляд у меня с детства такой, еще мать покойница об этом говорила. Как бы знала бедная женщина, какого упыря на свет произвела, она б тебе в колыбели задушила. Слушай меня внимательно. В Кисловодске появился синий кирасир. Поселился в метрополе, в 12-м номере. Пора с ним кончать. Смотри, не своевольничай, чтоб без пыток. А как уделаешь злыдня, рядом это оставишь. Конвертик сожги потом. Как прикажете. Пристрелить или финкой? Ну, это уж я не знаю, это сам решай. Мне главное злодея с дороги убрать. Разумел? Да чего ж тут непонятного? Сделаем. И смотри, по сторонам поглядывать не забывай. А то прошляпишь и отправят тебя на казенный кошт сибирскую географию изучать. Порфирий Нилович, уж я своей гимназии давно прошел. Ну, ладно. Ступай, Саш, ступай. Пожалуйста. Вексель примите. Приму. Но с половинным дисконтом. Идет. Ва-банк.
Прежде чем сыграть новую талию, я должен удостовериться в вашей платежеспособности. К сожалению, векселей у меня больше нет, но... Я готов составить долговую расписку на недостающую сумму. Я вам говорил, что у меня есть кожевельное дело. Господа. У меня годовая прибыль 500 тысяч. Мне нет никакого дела до вашей фабрики. Я человек далекий от скорняжного ремесла. Мы попросту тратим время. Извольте расплатиться за проигрыш. Расплатиться сейчас. Послушайте, это положительно невозможно. Даже если я сейчас соберу все деньги и драгоценности, я все равно смогу погасить только часть долга. Это вам к лицу, мадам. Избави меня, раба твоего, Афанасия, и рабыни твою, Елену. Великий Архангел Михаиле, всегда ныне пресно и вовеки. Ну вот. Вот я и занял свой наблюдательный пост. Я дрожу от одной мысли, что могу пропустить тебя, и чтобы лучше видеть, мне пришлось собраться на подоконник. Наипаче всего я боюсь, что ты заблудишься и пойдешь не по той тропинке. Телефонировал доктор Стильванский, срочно вызывает нас к себе. Что больница строго охраняется. Вы думаете, эти рисунки больному кто-то приносит? Почему бы и нет? Сюда может пройти кто угодно. Господа, как хорошо, что вы приехали. Проходите. Вчера у меня был следователь. То есть и второе преступление с Щеровым Валетом сбылось. И по некоторым вопросам следователя я понял, что он и меня подозревает. Меня... Мне нужна ваша помощь, Клим Пантелеич. Я боюсь, что без вашей помощи этот следователь меня укатает. Я готов помочь. Могу я взглянуть на записи наблюдений? Конечно. Я все-таки материалист и в мистические способности не верю. Тут должно быть очень простое и прозаичное объяснение. Понятное дело, что Фартушина не могло быть ни в Цендеровском институте, ни на даче у Кавериной. Стало быть, убийство совершает либо кто-то из медперсонала больницы, либо тот, кто приходит извне. Это я и говорил. Теперь все будут думать именно так. И будут подозревать всех нас, медиков. Ну, на это разве только что следователь Боголепов способен. Этого достаточно. Хотелось бы точнее знать, что же все-таки явилось причиной помешательства Фартушина. К сожалению, он поступил сюда задолго до моего перевода в Кисловодск. И, как я уже говорил, все ранние бумаги не сохранились. Могу я поговорить с ним еще раз? Ну, конечно. Моя фамилия Ардашев. Я приходил к вам раньше, помните? И что с того? Я хотел поговорить с вами об одном деликатном деле. Вот. Возьмите.
Вы ведь поэтому пришли. Господи. Где? Где произойдет убийство? Где? Что это? Что теперь будет? Опять телефонировать в полицию, следователь взъярится совсем. Следователя я возьму на себя. Усильте охрану больницы. Возможно, кто-то проникает к больному и делится с ним планами о будущих преступлениях. Но это невозможно. Посторонним находиться на территории запрещено. Вы меня простите, но мы видели, как это невозможно. Но если кто и проникает на территорию, то попасть в палату пациента просто невозможно. Палаты запираются, находятся под постоянным наблюдением. И все-таки усильте наблюдение за палатой Фартушина. Рисунок я доставлю следователю. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному пророчеству. Вы же самые непримиримые скептики, из которых я только встречал. Неужели вы поверили, что бывший нотариус – пророк? Убийство произойдет сегодня, на званом вечере городского главы. Шутите? Нет. На рисунке рояль с певцом – это Шаляпин. На званом вечере будет все высшее общество Кисловодска. Жертвы нашего преступника изображают из себя людей солидных и знатных. Значит, кто-то из них будет сегодня на вечере. Там наш преступник попытается их достать. Нужно срочно оповестить полицию. У вас пистолет имеется? Пистолет? Да. Нет, никогда не было. Охотничье ружье есть, двустволка. Дома. Ну, значит, пойдете без оружия. У нас всего пару часов. Нам надо поторопиться.